Доброї ночі всіх, хто нас дивиться по той бік телеекрану, хто бачить нас на YouTube-каналах і Фейсбуку, теж вітаємо. Чаюємо сьогодні з гостем з Великого Яблука. Ну так називають Нью-Йорк. В Нью-Йорку його називають Пітер Зелмаєв. Він очільник Євразійської демократичної ініціативи, це така недержавна громадська організація. Але ми знаємо, що ви були Петром. І що ви народилися в Донецьку. Так, так. І доброї ночі вам. Доброї ночі. І, по-перше, хотів вам подякувати за запрошення і вибачитися, тому що я буду спілкуватися російською мовою, але зараз вивчаю українську, мою рідну соловіну, яку, на жаль, так ганебно я досі не вивчив, але я вивчаю дуже інтенсивно, і наш наступний час, я сподіваюся, будемо розмовляти винятково українською. Домовилися. Але ви, в першу чергу, є політологом і міжнародником, і крім того, ви втекли з Штатів сюди, ви вже тут декілька місяців, і ще будете тут працювати, все, Ви знову повертаєтесь в Україну? Ну так, да, я на самом деле збіжав, якщо можна так вважатися, в 94-му году, но в отличие от многих вот моих бывших соотечественников, в том числе из города Донецк, из других частей нашей необъятной бывшей советской родины, я не был политическим иммигрантом, а поехал с самого начала с тем, чтобы получить образование, учился там в разных штатах, и уже только потом переехал в Нью-Йорк. А тепер ви втекли з США, так? А последние, вот на самом деле, три года, начиная с агрессии России против Украины, я очень активно влился в дела, что связанные с Украиной, в том числе вот комментируя события здесь, живя в Нью-Йорке и разъезжая по разным столицам западного мира, а также сейчас нахожусь здесь, помогаю донести до местной публики ситуацию на Западе, как я вижу ситуацию, которая развивается в Брюсселе, в Вашингтоне и так далее. Ну вот вы наш трансатлантичный сьогоднішній гість почаювання. Давайте розпочнемо із вашої батьківщини. Так, ви ж американський громадянин, правильно? Так. Ну, ви вже 20 років, як мінімум, в Нью-Йорку. 22 роки. 22 роки в Нью-Йорку. Не в Нью-Йорку, а в Штатах. В Нью-Йорку я з 99-го. Ага, добре. Тоді поясніть, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Бо коли кожного дня відкриваєш, а в нас, знаєте, різниця по часу, так? Десь, скажімо так, в обід ти відкриваєш свіжу пресу американську. І дізнаєшся, що сьогодні знов черговий скандал. І всюди там присутня, так чи інакше, російська карта. І всі ці скандали, які були пов'язані з отими варіантами ще до виборчої кампанії, оці, не знаю, зустрічі, а потім після них пішли відставки гучні, так? Коли радник з Нацбезпеки Флін, скільки він, місяць просидів? Да, где-то не більше місяця. Не більше, правильно? А потім ще були куча інших речей, ці слухання. Що це за скандал? Він створений Росією в США, чи він створений американцями? Де використовується російська карта? Я думаю, да. Скорее я склоняюсь ко второму варианту. Я думаю, что говорить о том, что это было инициировано и полностью спрограммировано Кремлем, это давать слишком много чести, Путину. Я думаю, что здесь имел место элемент такого вот влияния посредством, в том числе, новых технологий, социальных сетей, Фейсбука, Твиттера. А кто запустил? Которые были запущены, на самом деле, и частными фирмами, и западными, которые нанял тот же Трамп, его компания. Ну и, судя по всему, и это и является субъектом расследования ФБР сейчас. Судя по всему, российская сторона, которая вот очень активно захотела поделиться своим опытом гибридной войны против западных демократий, в том числе против Украины, с компанией Дональда Трампа. Опять-таки, картина полностью не ясна, и может быть не ясна еще долгие, ну, если не годы, то месяцы. Добре, але тоді ж є інший момент. То факт втручання в виборчу кампанію, принаймні, щодо конкурента Трампа, так, демократичної партії, ці дампи електронної пошти самої Гіларі, так, Клінтон. Це ж доведений факт для американців, чи це
Очень интересный вопрос, потому что, судя по всему, он факт ясный и понятный для всех, кроме самого Дональда Трампа. Причем Дональд Трамп тоже здесь постоянно меняется. Если вы помните, уже незадолго после его победы и после того, как он заступил на пост президента, он вынужден был признаться, что да, все 17 агентств безопасности, то есть ФБР, ЦРУ и так далее, признали, и он вынужден был признать, что да, скорее всего, Россия участвовала, я согласен с нашими представителями спецслужб. Ага. Сейчас, судя по всему, он отказывается от этой позиции, потому что в глубине души он чувствует, что и понимает, что вот факт такого попытки повлиять на выборы с российской стороны делает его победу нелегитимной. И это его очень-очень-очень тревожит. Але це виходить так, що ви, ну, скажімо, російський фактор став фактором внутрішнього політичного американського життя. Ну, такого ніколи не було. Ну, я бы не сказал, ну, как бы, американских детей, как и советских детей, нас, росших в Советском Союзе, всегда пугали этим вот дядюшкой Рейганом, вы помните, да, то есть анклом Сэмом, дядюшкой Сэмой. Ну, але це була внутрішня пропаганда. Я говорю про те, що російська карта стала тепер чинником внутрішньої політики. Такого ж не було, щоб якийсь зовнішній фактор впливав на двопартійну систему США. Завжди знали, є демократи. Є республіканці, от там є в них свій дискурс, але там ніколи не було. Це могла бути зовнішня політика, це могли бути соціальні якісь програми, це могли бути там конфлікти глобальні. Ну ніколи ж там не розігрувалася російська карта як внутрішньоамериканський діалог. Так, опять-таки, возвращаясь к советскому опыту, все равно школа КГБ тут прослеживается. Как советы пытались вмешиваться во внутренние дела, посредством, в том числе, поддержки этой американской компартии. Партии и так далее. Так и американцы вмешивались в дела Советского Союза. Просто сейчас разница в том, что технология другая. Понимаете, и опять-таки в условиях интернет-технологий и социальных сетей, это вот как фактор этой гибридной войны, о которой я говорил, просто можно себе, на самом деле уровень этого вмешательства беспрецедентный. И поэтому Америка была на самом деле не готова к такого рода вмешательству. Вот и все. А то чему есть, была принцип не готова? Така кількість институтів окремо. Такі традиції важелів стримування, так, різних інституцій. Чого брати тільки хоча б Конгрес, Сенат, Білий Дім, це завжди ж було серйозно, так? Плюс прокуратура, плюс спецслужби, плюс глобальні, там, починаючи від CIA, ЦРУ і так далі. І все раптом повалилося тільки через те, що з'явилися технології Твіттера, Фейсбуку і так далі. Да, і на самом деле зараз виявляється, що адміністрація Обами прекрасно все розуміла і бачила повну картину відбувається. І тим не менше должным образом не отреагировала, боясь каким-то образом повлиять на транспарентность, да, выборного процесса. То есть они были не готовы к этому повороту событий. Во многом вот их такая пассивная позиция администрации Обамы, и им несет на себе, на своих плечах ответственность за поражение Хиллари. Я в этом просто уверен. Добре, але це тепер означає, що кожного дня новий скандал, що вийде так, що... Пам'ятаєте, як критикували Обаму? Да? Обаму критикували, що він фактично програв глобальну, ну, глобальну роль США. Тобто кожен регіон, де була адміністрація Обами, це програш. Афганістан, Іран, Ірак, Сирія. Ну, це завжди казали, о, ось він програв. От прийдуть республіканці і повернуть велич американської зовнішньої політики. И что-то такого немає. Я не могу согласиться с таким вот, с такой характеристикой, абсолютно безапелляционной, потому что все-таки, если мы посмотрим тот же Иран, вы перечислили Иран, я считаю, что Иран – это так называемый success story, это история успеха. А в чем он там успех? Ну, во-первых, в том, что была договоренность о замораживании их ядерного потенциала, ядерной программы, в обмен на отмену санкций и какие-то развитие торговых отношений. Плюс Куба. Куба, которая была под эмбарго несколько десятков лет. Обама не побоялся вот, потерять, возможно, электорат кубинцев, живущих в Майами, во Флориде, и возобновить нормализовать отношения с кастровской Кубой. Сейчас идет откат по обоим направлениям. И больше того, Дональд Трамп сейчас поставил на чашу весов этого конфликта в Ближнем Востоке очень достаточно серьезный, на самом деле, серьезную ставку. Потому что посмотрите, вот его визит в Саудовской Аравии, договоренность о 500 миллионов
вооружения, то есть миллиард. 500 миллиардов, я думаю, что 500, миллиард. Нет, 500 миллионов 630, долларов, да, продажа на 500 миллионов долларов вооружения Саудовской Аравии, это на самом деле очень опасный очень ход, где Америка на самом деле заявляет о том, что вот в конфликте между шиитами иранскими, да, и суннитами, это саудовцы, они вот делают выбор в пользу суннитов, то есть это было не обговорено ни нашим внешнеполитическим истеблишментом, с Конгрессом и так далее. Принимается решение в силу личностных каких-то факторов, в том числе ощущения мира, ощущения Дональда Трампа. Треба було робити ставку на весь Іран, Сирія, Асадівська, Хезбола, Путін і ну, опять-таки, я думаю, что ошибка допущена в том, что вот так безапелляционно было принято это решение. И это было принято в силу того, что саудовцы просто-напросто очаровали Дональда. Он известен своими такими импульсивными решениями. Угу. Вот они ему пообещали 100 миллионов вложить в благотворительность, которая связана с именем его любимой дочери Иванки Трамп. Иванки, да? То есть и повсеместно, где мы не посмотрим, Китай, да, и разрешение, то есть одобрение целого ряда лицензий на продажу Иванковой продукции там, да. Посмотрим на Саудовскую Аравию, посмотрим, где мы еще можем посмотреть, Эмираты те же. То есть делают... Это мне, вот то, что вы рассказываете, чомусь нагадує недавній період в історії України. От був такий у нас двічі судимий Віктор Федорович, так? І дважды почетний академік. Та, і два сини. Ну, пам'ятаєте? Да. І от теж всі говорили, що це для Саші-стоматолога, а це младшенькому. І от щось воно зараз мені це нагадує. Чи це різні механізми? Чи є в Америці система стримування, і там не може, як то кажуть, політику вершити батько і вся його сім'я? Так, конечно же, не может, но абсолютно налицо факты непотизма. То есть, опять-таки, в условиях Америки это непотизм. Его, может быть, нельзя сравнить с тем уровнем непотизма, который имел место при предыдущей власти, о чем мы сейчас сказали. Тем не менее, я должен сказать, что уже то, что сейчас происходит, то, что я сейчас говорю про вообще сам факт наличия Иванки и ее мужа Джареда Кушнера в качестве главных советников президента, свидетельствует о том, что система не была готова к такому повороту событий. А как так сталося, что Америка, как нам завжди показывала, вот есть американская школа демократии, да? Вот она начиналась там от давних-давних часов и вибудовувалась. И завжди нам казали, что кто бы не пришел до влади, в Америке спрацює система противаг. Да? И эта система сейчас под большим натиском. Она пока работает, потому что был избран, в частности, на пост специального прокурора, бывший директор ФБР Мюллер, который расследует возможные вот так называемые collusion, это факты сговора трамповской компании с российской стороной. Покуда он... А какие наслідки может быть? И это, ну, это сейчас расскажу об этом, но я говорю к тому, что сам факт того, что это делает, это работает, это комментируется активно в прессе и так далее, это одна сторона дела. Это может свидетельствовать о том, что наши институции работают. С другой стороны, Дональд Трамп ведет войну против этих институций. И война заключается в попытках делегитимизации этих институтов, в том числе ФБР, которые он сейчас обвиняет в том, что они предвзяты и не могут быть объективными. Ну а какие возможные последствия вот, работы этой комиссии? Ну, конечно же, импичмент все равно, несмотря на то, что это пока остается отдаленной перспективой. Но импичмент именно даже не по факту. Возможно, даже не по факту этого сговора. А почему? Даже если его не было, тот факт, что Дональд Трамп пытался замести следы, в том числе попросив предшественника на посту ФБР Джеймса Коми замять дело Флина. И это обструкция. Это факт обструкции. Это может быть так называемый impeachable offense. То есть нарушение, которое может повлечь за собой импичмент. А вот нам когда сказали, вы залезли в чужую игру, і через це у вас будуть великі міжнародні проблеми. І згадували нам скандал з політтехнологом Манафортом, який змушений був покинути компанію, тому що тут з'явилася інформація так, по Манафорту, коли, ну, сьогодні вже ж підтверджено, принаймні 17 мільйонів з каси партії регіонів. І це далеко ще може і не всі кошти, тому що це ще процес триває. А насправді, наскільки це оцей Манафортівська... кейс Манафорта з грошима партії регіонів вплинув на внутрішню політику? Чи в нас гіперболізували цю ситуацію? Я думаю, що в контексті всього происходящего це вот такий небольшой штрих.
Я не думаю, что это как-то вот непосредственно будет влиять на перспективы Трампа, во-первых, остаться на этом посту. Но что примечательно с Манафортом, о котором вот сегодня написала New York Times, The Washington Post, Wall Street Journal, об этих 17 миллионов, которые он уже опосля, несколько лет спустя задекларировал. Плюс еще наши украинские политики, вы помните, утверждали, что было еще поступали кэш, да, готивка, да, в размере 13 миллионов долларов. ФБР все это очень расследует. Но сам факт, в чем я вижу здесь иронию, это одним из серьезных предвыборных обещаний Трампа был такой вот extreme vetting мигрантов. Extreme vetting – это такое экстремальное ветирование. Все, кто приезжает в страну, мы будем экстремально ветировать. Да. Но вы понимаете, покуда он кричал о необходимости экстремального ветирования мигрантов, он не провел элементарного ветирования, уже не говоря об экстремальном, своих собственных членов команды, в том числе главы своей компании. Понимаете? Ну, виходить так, що американська система посипалась. Трамп може розвалити американську систему демократії чи ні? Во-первых, я должен сказать, что просто надеюсь, что нет, потому что американская система демократии – это американская система безопасности во всем мире. Это Pax Americana, от которой зависит не только благополучие Америки, Западного альянса, НАТО, но и всей планеты. Поэтому, конечно же, надеюсь, что нет. И, возможно, даже самый оптимистичный сценарий, что система таким образом обновится. То есть, это, может быть, это своего рода wake-up call, такой вот звонок пробуждения, будильник, сделать какие-то для себя заключения, умозаключения и перестроить, может быть, внести какие-то коррективы в эту систему, в том числе вообще по вопросу исполнительной власти, полномочий исполнительных властей и, может быть, больше надеть своего рода смирительную рубашку институт. А наскільки свіжа, скажем так, свіжа пропагандистська кров російського розливу впливає зараз на внутрішній діалог? Ми розуміємо, що це для Росії була зроблена така пропагандистська кампанія, я маю на увазі колись геніального режисера Олівера Стоуна затягнути, так? Але потім, от під яким соусом воно в Росії показувалося, зараз покажу, а ви мені розкажете, під яким соусом це показували в Штатах. От подивіться, як в Росії. Люди на Западе знают о вас мало. Премьера на первом. Вы окончили юридический факультет и поступили на службу в КГБ в 75-м году, а в 2000-м вы стали президентом. 5 покушений на 6. Під таким соусом, такий супермачо, герої і так далі, то зрозуміло, що попереду вибори в них. Під яким соусом Олівера Стоуна оцю продукцію мультисерійну в Штатах крутили? Ну, він мені нагадує Депардьо, який в своє время теж був очарований Путіним і Кадировим. Це така от плеяда. А перед тим, що Ющенко був очарований, він до нас приїжджав, що тут виноградник. Іменно. І ще там другі голівудські актери, я вже не пам'ятаю всіх імен. На самом деле, це известний феномен. Олівер Стоун, в принципі, для многих американцев достаточно дискредитировавшаяся себя фигура. Чем? То есть, во-первых, тем, что именно для электората того же Трампа, вот все, что связано с Голливудом, несмотря на то, что они его потребляют очень активно, они его презирают, потому что это те элиты, против которых они и голосовали. То есть это был голос даже не за Трампа, а против засилия этих элит, живущих на западном побережье, а это Голливуд, это Южная Калифорния, это Лос-Анджелес, и вот северо-восток, это Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон, да, Вашингтон. Поэтому это на самом деле маргинальное явление, вообще влияние Путина, его идеологии, вот этого мачо-мена, как бы, имеет место быть, особенно среди определенного сегмента, в том числе религиозных людей, с которыми давно уже навел мост тот же Дугин, имеет такие вот, вырабатывающие такое противостояние атлантических держав и евразийских. Присутні, у нас есть такие фигуры тоже давно уже существующие, тот же Линдон Ларуш, такая очень маргинальная фигура, ему уже больше 90 лет, у него есть своя партия и так далее. Но я не вижу, чтобы это выливалось в что-то нечто другое, чем... Вот... А пропагандистские каналы, которые берут хороших журналистов, да, с хорошим бэкграундом на хорошие зарплаты. Мне рассказывало, например, там, військовый атташе Великой Британии, как это впливает в Британию. Я имею в виду Russia Today, например. Они же так само присутні в Штатах. Опять-таки, нужно понимать Russia Today, эту Маргариту Симонян, директора, я ее, в принципе, неплохо знаю. Я знаю, как она дорожит вот этой легендой, которая была создана, и там влияние этой злостной, зловещей Russia Today. Но на самом деле не так страшен черт, как его рисуют. Там больше дыма, чем огня. Я не знаю многих вообще своих, ни товарищей, ни вообще знакомых в Америке, которые смотрят Russia Today. Слышали о Russia Today все.
Смотрят ли Russia Today? Я думаю, что опять-таки мы говорим о каких-то ничтожных абсолютно процентах. Але тепер от, нам дехто з експертів пояснює, що ми є заручниками гри Трампа внутрішньої і того, як він вийде, ну не знаю, чи на майданчику J20, чи на якомусь іншому, як він вийде, скажімо, в грі між Трамп-Путін. І от за тими наслідками це може вплинути в тому числі і на перспективи розвитку ситуації з агресією щодо України, і підтримки України, і так далі. От я вам переповів, як інші кажуть. А ваше, який погляд? Які наслідки це може мати? Я думаю, что, опять-таки, мы говорим сейчас о целом ряде принятых Конгрессом мер, опять-таки, имеющих такую вот функцию смирительной рубашки. Это голосование за кодификацию уже существующих и введение новых санкций против России. В том числе Конгресс закрепил за собой право вето. Так, но это же сейчас скажено, ніби процедура порушена, это нелегитимный закон. Вот такая дискуссия последние дни. Ну, опять-таки, Конгресс уже закрепил себе закон ветировать любую вот отмену этого закона. Поэтому на Трампе, на самом деле, сейчас по существенным вопросам снять санкции там, и так далее, слить, что называется, Украину, он не принадлежит самому себе. И в контексте вот, его тающего на глазах политического капитала, в том числе, вы же понимаете, целый пласт еще внутренних реформ, терпит полное поражение и крушение вот, реформы Obamacare, за которую, судя по всему, не будут голосования, перенесли уже на после Дня независимости и так далее. То есть мы говорим сейчас о политическом капитале, которого у Трампа нет, особенно в контексте этого расследования, где все подозревают, что он каким-то образом все-таки входил в сговор с российской стороной, прямым или непрямым способом. Он просто не, он не был бы себе другом, он бы, но, если бы он попытался действительно каким-то таким вот широким жестом нормалізувати відношення з Росією. Пітер, а які ви бачите сценарії розвитку, власне, от Америка, Росія? Ви знаєте, що російська пропаганда 3 роки підряд нам пояснює, що ну, російської агресії немає. Це є війна Росії з США на території України. Да? Така була одна з головних казочок 14-15 року. Які найгірші сценарії може бути, ви бачите, які реально буде? Ну, опять-таки, раз США-Раша. Именно по этим двум направлениям. Я думаю, что, опять-таки, не хочется даже себе в страшном сне, чтобы приснилось, конфронтация между этими двумя державами, начиненными до зубов ядерными боеголовками. Но, возможно, и уже, в принципе, имеет место такие вот очаги напряжения, да, между двумя странами посредством третьих сил. Ну, это типа та же Сирия, это та же Сирия, где был недавно сбит американцами Асадов истребитель. Ну и томагавки там гарно летали. Всегда, да? Это всегда было и остается в Афганистан, возможно, Северная Корея, опять-таки та же Украина, Донбасс. То есть это может нарастать. И, конечно же, борьба и война за умы, так называемые умы и сердца, hearts and minds западной и центральной Европы. Есть определенные проблески, и я очень оптимистично вот, ощущаю себя, что касается победы Макрона во Франции. Проиграли, одержали поражение, в том числе и правые силы в Австрии, в Голландии, то есть повсеместно. Судя по всему, Меркель одержит победу в сентябре. То есть эта волна правая, популистская, которая вот начала катиться и буквально вот на глазах сметать все институции, веру в демократии, в либеральной демократии. Судя по всему, эта волна сейчас немножко поутихла. Но картина немножко становится вот, сложнее. И вот это разговор о том, что вот Путин просто-напросто, конечно, так не сдастся. Если мы говорим про то, что Russia Today не имеет такого покрытия в Америке, такой популярности, то российские органы пропаганды очень успешно работают и продолжают работать в странах Западной Европы, в странах других членов ЕС, это Венгрия, это Румыния, в отношении Греции, вот, допустим, развернута очень серьезная кампания в контексте русского мира и Россотрудничества, я там был не один раз, то есть Греция поддерживается... как русский мир через православие? Через православие, да, и причем, что примечательно, что обе партии, то есть партии, стоящие на разных концах политического спектра, это около...
сказати, неофашисти і неокомуністи, вони обі підтримують Путіна. І вони в одній коаліції. Тому що Путін на самом деле не ідеолог, йому не важливо, кого підтримують, лиш би це було проти. Так, але ви, крім того ж, ви добре знаєте пострадянський простір, саме оцей, те, що нас колись в школі вчили, Республіки Радянської Середньої Азії, правильно? Так нас колись вчили. Ви добре знаєте і ці країни, і ці процеси, які там є. От можете пояснити тоді, ви розказували про небезпеку цього розхитування через Грецію, Угорщину, а я зараз, наприклад, на Казахстан хочу повернутися. З одної сторони, максимально інтегроване, так, і тут і СНД, і ОДКБ, і все інше. От подивіться, Казахстан, так, травень, роздають так звані ці колорадські георгіївські ленточки. І просто моментально, що відбувається в Казахстані, так? Моментально затримання. Ви знаєте, що в них там, наприклад, ту ж саму ленточку збили, навіть зняли з монументальних пам'ять. І при цьому це, типа, Казахстан, максимально добрі стосунки з Росією. Це є процеси які? Тобто навіть люди в Казахстані розуміють всю небезпеку переходу через ленточку і русський мір на пряму агресію? Чи що це відбувається? Ну, несомненно. Во-первых, у Путіна, надо сказати, достатньо серйозна підтримка і в Казахстані, причому не тільки у русскоязычного і етнічно русского населення, ну і у казахов. Тому що всі, опять-таки, підключені к этой вот капельнице російського телевидения, через которое поступает этот наркотик российской пропаганды. С другой стороны, и Назарбаев это понимает, Назарбаева очень сложная на самом деле ситуация. Это человек на самом деле стареет на глазах, то есть он уже не молодой, ему уже за 70 лет. Преемник до сих пор, не, насколько я понимаю, не определен, консенсусной фигуры не найдена. И вы должны понимать, что демографически вот, весь Северный Казахстан – это этнические русские. Угу. То есть это для них... То есть вони захищаються таким чином? Это георгиевская ленточка, это вот напоминание того, что страна вот, разделена наполовину. И сценарий Донбасса вполне для Казахстана реален. И я думаю, Путин это тоже понимает. И Назарбаевцев и использует это как вот, возможный вот такой рычаг давления. Тобто, коли вони переходять на латиницу, це теж один из способів захисту, так, свого, да. Скайп минимум. Знаете, хотя бы вы же помните ту ситуацию, когда была перенесена столица из Алматы в Астану. Астана – это климатически, ну, наверное, самая неблагоприятная столица в мире, но это было сделано именно в силу того, чтобы немножечко оказахить, извините, выражение, север страны. Тому що це дуже серйозна екзистенціальна проблема для Казахстана. Ну, але є інша навіть ситуація. Здається, тут вже повністю перемогла русифікація. Я маю на увазі наших північних сусідів, сябри, так? От Білорусь, дивишся. Ну, вже ніби їх в союзне майже державу загнали, так? І навчання спільні, і інтегровані по всьому, чому тільки можна. І завжди можна тримати батьку Лукашенка на короткому доларовому нафтовому підсосі, так? Там різні речі були. І все одно дивишся на події в Білорусі і дивуєшся. І це події не якесь маленьке містечко, не прикордоння з Росією. Мінськ. Їдемо в столицю. Давайте подивимося. Хочете стібатися? Да. Хочу постібатися. Давай. Берігім. Слава Україні! Хоче що? Кому слава? Слава Україні! 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 В центрі там одняк з російським прапором і молодь в Мінську, при тому, бачите, і поліція там стоїть, міліція, точніше, нічого не реагує. Це які процеси? Это очень интересный процесс, опять классический вот, для батьки такой уже проверенный маневр, то есть это вымогательство, маневр вымогательства. Окей, а Беларусь в русском мире, чи нет? Я думаю, что в целом да, но Лукашенко понимает, что ему нужно маневрировать и вот показывать этот вот оппозиционно настроенный Минск, он уже понимает, что Минск, в принципе, всегда был настроен оппозиционно к Лукашенко. Его электорат это сельскохозяйственная местность, это сельская местность и маленькая города, но не Минск. Ему это выгодно показать России, что смотрите, я единственный гарант российского присутствия в стране. Угу. Без меня это будет вторая Украина. Крылатые качели летят, так? Ну, ага. Зрозуміло. Але всі процеси, от я, ви ж не даремно сказали, що в Казахстані абсолютно легко можна розіграти, де не рили, не рили, тільки на півночі, правильно? Так. І це розуміють і місцеві, і це розуміють в Кремлі.
Але чи є готовність Кремлі ще погратися в такі конфлікти? Вони ж застрягли на сході України. Да, военно, я думаю, что в военном смысле, скорее всего, нет, чем да. Но, опять-таки, мы же понимаем, что если мы говорим о войнах сейчас, то войны, в первую очередь, гибридные войны. И не факт, что русским придется увеличивать как бы, или наращивать сильное военное присутствие там. Опять-таки, если не стоит цель захвата страны, то можно добиться очень многое именно этими методами гибридной войны. Это можно сделать также и в странах Прибалтики. Та же Нарва, полностью российскоязычный город. Рига, очень большой сегмент российского населения. Все эти страны чувствуют себя очень и очень некомфортно. Добре, але тоді, коли в нас, наприклад, відбуваються події, ви бачили, там все дуже синхронно якось це відбувалося. Спочатку вибух в центрі Києва і нашого колеги Шеремета вбивають, потім нашого контрозвідника в Маріуполі. От буквально вчорашнє відео з камер зовнішнього спостереження, 1,5 кілограма тротилу, та полковник Шаповал, головне розвідувальне управління Міністерства оборони. І тут, знаєте, як йде? Ну, очевидно, кому це вигідно. І тут всі зразу говорять, очевидно, що це є російський світ. Але доказів жодних нема. КГБ, ЧК, НКВД докази не залишало ніколи. Чому би раптом ФСБ, як їхні наступники, мали залишити докази? І на цьому можна грати інформаційну війну. А у вас доказательств нет, ви просто русофоби, та ви все списуєте на Путіна. Путін хороший, Оліва Ростова знімається в фільмі. Абсолютно. Отак грає і для зараз Путіна інформація. Це можливість показати, що от Україна хотіла йти на Запад, превратилась в дикий Запад. Посмотрите, що там відбувається. Це ще один штришок такий, опять-таки, для внутрішнього потребління. Путіну можливість показати, що от, якщо не будете за царем йти, от як в Україні така от, ліберальна демократія, извините, як вони виражаються, от такий результат. А чому вони відмовилися? Ти від софт-павер, русифікації, захоплення всього іншого перейшли на агресію. От де зірвало кришку? Ну, мне кажется, потому что Украина не купилась на все эти, на эти трюки. То есть Путин почувствовал, что Украину теряет, если можно так выразиться, навсегда. И софт-павер российский, русский софт-павер, он, в принципе, особо нигде не популярен. Софт-пауэр как был и так и остается популярным, это западный вот, вариант этого софт-пауэра. Все тяготеют, все даже кто ненавидит Америку, все юноши арабские, палестинские все равно будут ходить с нас с американскими надписями, смотреть голливудские фильмы. Вот это софт-пауэр. Добрый, Питер, а скажите вариант, а вы бачите день после Путина, как он будет выглядеть? И что будет с теми всеми конфликтами, которые встигла Россия наробити? Очень сложный вопрос. То есть здесь вот, не хватает мне моего таланта Нострадамуса. И опять-таки та же проблема, что и в Казахстане. И проблема любых таких подобных, если не диктатур, то жестких авторитарных режимов, это отсутствие преемника. Посмотрите, кто сейчас может быть преемником Путина вот на данный момент? Знаете, есть проблемы. То есть мы сейчас говорим о том, что вот россиянам, этому электорату, 86% мнимых, немнимых, которые поддерживают Путина, они не видят альтернативы. Нет, моє питання зараз – це проблеми, знову ж таки, русских, і це проблеми ординського мислення. Да? Мене цікавить, що буде після Путіна, що буде з Придністров'ям, воно повернеться в Молдавії, що буде з територіями, які захопили в Грузії, повернуть їх грузи, що буде з Кримом і нашими східними окупованими. Буде все залежати непосередньо от фигуры его преемника. Если мы будем говорить о полном развороте или отходе, или возвращению к ельциновской эпохе, или каким-то, мне кажется, ну, каким-то хотя бы по понятиям либеральной демократии, то, конечно же, от Крыма, и от Абхазии, и Осетии, и от Приднестровья придется отказаться. Отже, буде таке ще велике повернення земель. Дякую за розмову. Це означає, що ми вже точно заанонсували нашу зустріч не менше, ніж через 2 місяці, коли ви продемонструєте всі свої таланти. Ви знаєте дуже багато мов. Я сподіваюся, що українська вам буде так само легко. Дякую. Це був Пітер Зелемаєв, якому я хочу від наших спонсорів щось приємне на спомин та й подарувати. Ну, а ми чаювали з вами, кажемо вам на добраніч. Але завтра продовжимо.